Под оглушительный бой барабанов сегодня была торжественно открыта международная выставка современного искусства. Ее название «Эксперимента» одинаково понятно всем участникам, которые приехали в Таллин из 13 стран мира. На Певческом поле, в самом здании подарка и в Мариамяйском замке. На выставке площадью в 2000 квадратных метров разместилось бесчисленное количество работ, каждая из которых потрясает полетом фантазии художников. Авторы этих работ – подростки возрастом от 14 до 19 лет, которые учатся искусству как в школе, так и после уроков, самостоятельно и под бдительным руководством преподавателей. В итоге самые разные, даже бытовые предметы в их руках превращаются в шедевры. Я думаю, если человек хочет этим заниматься профессионально, он будет заниматься. А так можно, в принципе, черпать и из школьных предметов. Ну, там, например, можно рисовать картины в виде цифр или в виде каких-то правил по языку. Это, в принципе, нет никаких границ для творчества. В этом возрасте подростки начинают критически относиться к окружающему. Мир становится немного черно-белым. Вот тогда-то и хорошо поразмышлять над возникающими вопросами и выразить свое мнение через искусство. Как выразить себя и свои мысли, участникам выставки это объяснять не нужно. Здесь можно найти творение всевозможных стилей. Фотографии и живопись, эксперименты со звуком и видео, игры с пространством и формами, и даже небольшие представления. Мы обыграли то, как наши личности строятся под влиянием других людей. Мы не такие уникальные, как нам кажется. Мы даем зрителям шанс превратить нас в то, что они хотят. Пока художники делились вдохновением и впечатлениями от творений сверстников, их мастерство оценивало компетентное жюри. Триеннале «Эксперимента» входит в программу культурной столицы Европы 2011. Однако не за горами и продолжение. Организаторы уже ищут таланты к следующей выставке, которая состоится в 2014.